Так, а теперь попробуем вот отсюда. Тут раньше лечили животных. У тебя крайне 74 сама. Тут лечили животных раньше сама. Ну, правда, там ничего сейчас не видно. Уже, в принципе, уже не лечится. Уже, в принципе, слава богу, никого. Сейчас мы просто вот идем. Сейчас, думаю, купим, пойдем пирожное, потому что... Вот. И идем, и пока вот, наверное, доколпка. Сегодня вот Сашу сегодня встретили. Саша тоже у нас сегодня 17. Саша поздравила с днем рождения. Потом две подруги мои меня поздравили. Вот, две подруги позвали, одна с Благодарного, другая с Пятигорска, с мамой. Вот, и, короче, одна наша знакомая поздравила, потом с Благодарного одна поздравила, потом мой папа еще мне поздравил, подарил мне 1000 рублей, с мамой. Вот, и Леша меня тоже поздравил, тоже, вот. Ну, в кафе посидели, в принципе. Ну, Саша поздравила, подруга моя тоже там поздравила, там, короче говоря, с мамой. А это вот Миша, вот, ну, разбегался тоже. Тут, не знаю, бочком бегать, что разбегался, тут ни на чем. Вот. А это мы проходим Илюшин двор, пока не мерут. Большой, красивый двор. Так, ладно, идем дальше. Так, идем пока дальше. Идем пока. А и вот дети тоже не в кадр попадают. Мы сейчас идем. Вот в колбок они. Тоже вон шатаются, где попало, сма. Вон автошкола написано. Учись профессионалу, написано, сма. Как я уже издалека почитала. Написано там, смотри, сма. В магазины иногда открывается, тут открывается. Сейчас не поймешь, мам. Сегодня я у дома, я вам расскажу мою печальную историю. Сегодня я кушала борщ дома. И сегодня я чуть не подпернулся. Чуть бы, конечно, мама меня потеряла. Но, к сожалению, я, товарищи, друзья мои, одноклассники мои, я остался чуть там жива, сама. А могло быть и хуже, с мамой. Вот дали какой чубик, о, какой страшный, мать моя женщина. О, видите, даже написано, я даже табличку засниму. Ария. А вот этот монстр какой красивый. Такой красавчик. А это этот, как его, сма. Этот, вот, имя засниму его, Григорий Лепс, чтобы я знал, как его, хоть его зовут, сма. Это Григорий Лепс, сма, который 3 ноября. О, а это Ольга Николаевна, близкая люди, сма, знали, близкие люди. Моя знакомая актриса. И это вот Митяй написано, а это Ольга Николаевна, я ее знаю хорошо, сма, в коме, сма. А это какая-то группа, какая-то вот известная, я издалека ее засниму, вот она, эта группа, видите. Колесо Фортуны называется, сма, вот так вот, сма. Все, засняли. Мы продолжаем.